Добрый вечер, дорогие друзья! Мы вновь рады приветствовать вас на традиционном последнем отчетном концерте учащихся детской музыкальной школы номер 5. Сегодня концертный зал Дворца культуры «Сокол» гостеприимно распахнул свои двери, встречая всех желающих погрузиться в прекрасный мир, мир музыки. 2023 год указом президента России Владимира Владимировича Путина объявлен годом педагога и наставника. Это год проводников в будущее, год людей, чья миссия формирует личность, его духовность, опыт и знания. Учитель, педагог, наставник. Как много хороших слов для тех, чья профессия делится опытом и помогает на пути взросления. Учитель, много в этом слове. Нельзя им просто взять и притвориться. Терпением и мудростью сегодня. Учитель значит научить учиться. Мы в жизни то учителя друг другу, а то становимся опять учениками. Давайте же всегда по кругу любовью будем поделиться с вами. И наш отчетный концерт мы посвящаем учителю, наставнику и педагогу. Сегодня наши юные музыканты порадуют вас своими успехами, покажут, чему они научились за этот учебный год. Субтитры сделал DimaTorzok.
Среди артистов, выступающих сегодня, есть и совсем юные, и довольно опытные музыканты, за плечами которых многочисленные победы в престижных конкурсах. Сколько труда и терпения нужно, чтобы из маленьких, непослушных островитков выросли вдумчивые, стремящиеся к своей мечте молодые люди. Анна Федянина, класс преподавателя Татьяна Ивановна Бессонова. Сергей Прокофьев, «Шествие кузнечиков» из цикла «Детская музыка». Thank you.
все дети любят петь в хоре. В наших хорах поют все, от дошкольников до выпускников. Все ребята год за годом поднимаются по хоровой лестнице и становятся настоящими певцами. На сцене хоровой коллектив отделения хоровое пение и вокальный ансамбль старших классов. Руководитель Жаринова Людмила Евгеньевна, концертмейстер Карпи Андрей Викторович, Сергей Васильевич Рахманинов. Славься!
Thank you.
Взращивают своих учеников, преподавателей.
преподавателю на классу скрипки. Юные скрипачи только в начале своего большого путешествия по стране музыкальных открытий. Они еще не волшебные, но уже умеют творить чудеса со скрипкой в руках. Ансамбль скрипачей «Ронда», преподаватель Светлана Фёдоровна Козунова, концертмейстер Наталья Тихоновна Тищенко. Франклин, сельский танец. Thank you.
Мечта каждого педагога нашей школы – видеть детей счастливыми, открывая новые горизонты, помогая, сопровождая и вдохновляя их на творческое развитие. В чем же счастье каждого педагога? Наверное, видеть рост ученика и знать, что в этом есть вклад твоего труда и таланта. У каждого своя формула счастья, но всех нас объединяет любовь к детям, вера в успех, общение с юными музыкантами и совместное творчество на сцене как награда. Вокальный ансамбль «Аквамарин». Руководитель Виктория Васильевна Миронова. Музыка Требуховского, слова Мединова. За мечтой! Посмотрите.
Thank you.
благодарить наших коллег и наставников. Все мы здесь одна большая команда, одна семья. Даже самый молодой педагог уже наставник. Но есть и те, кто для многих пример и высокий образец не только в творчестве, но и в жизни. Всем нашим коллегам, наставникам желаем крепкого здоровья, неиссякаемого творческого потенциала. Педагогам, находящимся на заслуженном отдыхе, хотелось бы пожелать почаще приходить в школу, общаться с молодыми педагогами. Помните, вы им очень нужны. Ваша поддержка и простое доброе слово ценнее изумрудов и золота. Только так мы сможем добиться непрерывной связи всех поколений, обеспечим передачу традиций и сохраним все самое доброе в нашей школе. А сейчас мы приглашаем на эту сцену всех участников концерта и их преподавателей. Вам заслуженные аплодисменты!